Сказал, как обещал. Я захожу в мой эфир, короче. YouTube канал, короче. Нет, это не YouTube, это Instagram, короче. Я иногда путаю Instagram с YouTube. Мои мощные подписчики заходим. Где вы тут они? Где вы мои четкие, мощные, сочные подписчики? Инстаграмовские. Всем доброго вечера и всем хорошего настроения. Дорогие вы мои друзья. Сочные, мощные подписчики. Специально для вас я включил это мощный синтезатор, короче. Пригласи в эфир. Остановись, пригласи в эфир прямо сейчас. Приглашаю, друг, тебе на свой эфир. Приглашаю себе на эфир, друг мой. Всех приглашаю. Короче, завтра я улетаю, короче, Орск, друзья мои. Там я где-то 2 дня на свадьбах буду зажигать. Обязательно на этих свадьбах я буду вас эфиров запускать. Это даже не обсуждается. Мои мощные подписчики! Я соскучились, короче. Я думал, дай-ка я вам бешеные музыки устрою. Зажигательный. Привет всем моим друзьям. Вы соскучились, я понимаю. Прямо зажигательный. Ну что, погнали, для вас хорошую песню начнем. Друзья мои, моя уже новая песня готова. Мне надо просто, времени нету. Я, иншаллах, через неделю его выложу, мой YouTube канал, потому что новые песни мне завтра просто улетят далеко, 2000 километров. Из-за этого я не успеваю клип снимать. Бешеная музыка, такой классный. Я для вас хочу его играть. Готовим каждый новую песню, отвечаю. Будем крутиться, вертеться. Мы сами себе поднимемся. Медленно, медленно, медленно. Арбуз у меня остался, друзья. Арбуз здесь мощный. Бешеный арбуз, короче. Отвечаю, Казахстан, барин. Это арбуз мой друг прямо подгоняет. Бешеный арбуз. Отвечаю, сладкий. Как ваше настроение, друзья? Соскучились чуть? Давно у вас музыка не была. А давай для вам аддушинский вечер устрою. Отвечаю, погнали. Раз, два, три уже было. Один мощной песни. И специально теперь погнали. Танцевальный специально вас. Раз, два, где сакит? Вот, вот, вот она. Погнали все вместе, короче. Будем играть и петь. Пай-пай, вот этот момент, смотри. Давай-ка, сакит, только не останавливай.
Пим-пи-дим-ти-дим-дим-дим-дим. Все вместе, короче. Поем и зажигаем. Играй, друзья мои, и разнообразие у вас было, и у вас классные моменты были. И теперь один четкий на лезгинском бешеной песне. Смотри, как четко играем. Назвать это «Занавар», назвать это «Пайчане», это и как нежно. Погнали, один хороший момент. Всем хорошего настроения, стараюсь для вас все разнообразие делать, друзья мои. Все довольны, все мощные, короче, арбуз вовремя, короче. Нет-нет, арбуза не забываем, друзья мои. Один хороший для моих друзей зажигательный музыка. Бешеный один момент сейчас сделаем. Классный гей. Ой, джон, эй, джон. Суперские звуки, да? Прям конкретно. А теперь погнали специально моих друзей. Раз, два, три. Давай, Саки. Начинаем. Короче, переход пошел.
зажигательный, мощный на азербайджанском языке, бешеный из новейших песнях. Короче, будем сакит для вас зажигать. Ваши сакит самеду. Могу старый, могу новый. Что ваша душа желает сакиту, скажи. Сакит для вас все организуют мощным и сочным виде, потому что сам сакит это делают от души, душа в душу, без арбуза никак, друзья мои. Друзья мои, кому арбуз нужен, друзья, подтягиваемся. У меня дыни есть, короче, бешеный. И арбуз есть, короче, подтягиваемся. У меня вечер только начинается. Всем салют, друзья мои. Кто только что к нам присоединился, всем доброго вечера. Всем хорошего настроения. Вы улыбались и радовались, друзья мои. Я для вас буду самый зажигательный, мощный момент. Для вас будет петь сам Сакит Самедов, арбуз бешеной доли. О, любимая, где ты? Ой, я тебе отвечаю, не знаю, где. О, любимая, Цанавар, я же говорю, у меня телефон что-то кослет, и время что-то телефон немножко мне тормозит. А, арбуз, смотри. Это арбуз мне прямо силу дает, да, бешеный. А я тебе отвечаю, подожди. Арбуз ем и поговорим. Мы арбуз ем и поговорим. Сакит, студентка, спой. Сейчас спою, друг мой. Я тебе... Если друг торсинда мы... Май-вай, Сакит, красавчик, газуй. Мы будем кайфово. А давай, брат, газуем жестко. Я набрал силу. Короче, друзья мои, соседи спят. Соседи, я не знаю, что будет, то будет, короче. У меня есть армия хорошая, вот мои подписчики всегда. Или вы потом скажете, мы не знаем его. Или вы мне поддержите, там, да, я просто буду включать эфир смотреть. Я скажу, вот смотри, туда просто один глаз, кому не так будет смотреть. Я скажу, я им сейчас скажу, давай, вам капец, друзья мои. Он всех заблокирует, скажу. А то они мне сказали, что-то хотят меня депортировать. Я говорю, куда меня депортировать, эй? Депортировать. Они хотят, какие депортировать? Я отвечаю, мои подписчики сочные. Мощный, зажигай. Для вас я хотел вот эту песню. Классную, вот азербайджанские. Это всем нам эта песня нравится. Вот смотри. Вай-вай-вай называется. Цана и цан. Я сосед, спой, бро. Ай, красавчики, соседям от Душинских отсюда привет. Брат, чеки-чеки, бро. Обязательно, друг мой, сейчас сделаем. Для вас. Мне впереди такие моменты погнали. Вот. Это я сыграю чудной такой. Иди, чё, и Вася погнал. Раз, два, три уже было, да? Или как сделано? Так было, да? Три уже было. Короче, погнали. Раз, два, три.
зажигательный момент, друзья мои. А теперь погнали, бешеный момент начинается. Специально моих подписчиков. Зажигательный. Пай, 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 подожди. Еще один арбуз сделаем конкретный. Жанежан. Конкретный, сочный, мощный. Бешеный арбуз. У меня, конечно, арбуз вообще. У меня она заканчивается, конечно, друзья мои, арбуз. Ну ладно, ничего. У меня тут друг есть. Конкретный арбуз. Жанежан. Конкретный. Скажи мне, хохлушка, почему ж ты меня не любишь? Я тебе куплю туфли, муфли, босиком ходить. Это туфли-муфли, это прямо конкретное настроение, да, друзья мои, песни бешеные от Душинска. Всем моим друзьям от Душинска салют. Карагез бой-бой-бой, карагез бой-бой. Один мощный, знаете, какой песня? Классный. Давай какой-нибудь, знаете, что для вас сделаю. Какой-нибудь бешеный,
лирика сделаю для вас и сыграю музыку, прям мелодию. И я тебе отвечаю, иногда я когда думаю, ты тут вот, вот она. Вот она, короче. Погнали, да? Чё тут некоторые с ума сходят? Некоторые конкретно с ума сходят. Не сходите с ума, не жалей ни о чём. Вот так. А хотите, вот я с вами сделал, смотри, какой классный момент, друзья. Радуйтесь, улыбайтесь, у нас мир прекрасный. Сегодня такой классный погода был на улице. Друзья мои, не у вашем, некоторые, я не все говорю, некоторые есть, которые тут заходят, такие, знаешь. Отчего вы, друзья мои, я же вас радую. Такими классными музыками, зажигателями настроений. Что вам еще нужно, а? Я же вас тут не оскорбляю. Извини, и не посылаю, извини, и никогда плохого вас не посоветую, понимаете? Я только, я холосый человек, холосый, отвечаю, от меня плохого никогда в жизни не выйти. Я только могу вам добра и прикольные, нежные, зажигательные настроения, бешеная музыка, заходите ко мне. Все у меня тут нормально, тут ничего не бывает разыгранное, нету, тут все... Живой прямо есть вот эта душа есть, где она в душе, у меня вообще нет души, ну нормально, короче, и от душински, и прямо, я тебе отвечал, смотри, как классно, а пока погнали, смотри, классно, начинаем, смотри. Смотри, сейчас я вам что буду играть, ну будь просто, знаете. Неужели это Саки? Это я, друзья мои. Нежно, нежно, мощно, мощно. Вот она, смотри, как мы. Сделал просто аранжировку другую. Это классный момент. Специально для вас карагездар. 500 мал. Сейчас сделаем классный карагездар. Сакит. Кукварзады. Красава. Специально для вас был, друзья мои. Привет всем зрителям. А теперь погнали один хороший, знаете, прямо бомбические песни. Погнали специально для моих мощных подписчиков. Раз, два, три уже было. По чуть-чуть сделаю и а то мне соседа. И один классный песня специально моих подписчиков, смотри.
Ай-бай-бай, я знаю, да, я могу, да. Я потому что, знаете, я любитель. Как классно играет, вот игра вот это называется, да, вот, давай, Саки. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь и все мои тайны. Короче говоря, Баку, Москва, не Сочи. Погнали, вот смотри, какую классную песню я вам сейчас бабахну, бишню. А вас специально, раз, два, три. Thank you.
петь, папе наливать. Это специально моих братьям, короче, от души всем таджикам, друзьям, всем братьям от душинский салам алейкум, погнали вот это. Так, дорогие мои друзья, как ваши дела, как ваше настроение, сердце бьено? Хотели один бешеный, один доля-доля. Я чай даже заварил, про чай я забыл. Отвечаю вам, вы мои мощные подписчики. Она теплая, еще хороший, нормальный. Только что заваренный чай был. Отвечаю, хороший, бешеный чай. Короче, подтягиваемся, друзья мои, у меня хороший чай, даже чай не обсуждается. Друзья мои, кто не подписан, подписывайтесь ко мне обязательно на мой YouTube канал. Я каждый день добавляю туда четкие видео, бешеные музыки. Каждый день новые видео, каждый день. Так что по полном формате мои все видео будут в моем YouTube канале. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь ко мне на YouTube канал. Шапки профиль находится, Сакит Самедов, много меня сразу уходит. Прям подписываемся и все, больше я вас ничего не прошу же, просто подписываться и все. Всем хорошего настроения. Ну что, какую песню для вас спеть, скажи, друзья мои, брат мой. А видите, вот это сам Сакит Самедов, красавчик. Я тебе, хотите, вам холодильник покажу? А не буду показывать, я вам холодильники. Азия. Senin kara gözüne ben kurbanım ay İsmira. Senin çirin diline ben hiranım İsmira. Senin kara gözüne ben kurbanım ay İsmira. Спасибо, конечно. Испанул.
бум, бат, бат. Давай вот так сыграем, вот такой танцевальный момент. Вот так, прямо. Погнали. Завтра, не послезавтра, но через пару дней я его хорошо сыграю, прям выложу мой инстаграм и ютуб канал, прямо в конкретном виде, прямо вы будете сказать, да ладно, это тисаки, это я ваш медведь, а я тебе отвечаю, какой я медведь, это что-то как классно, конечно, любой момент играет, и что, а хотите, смотри, какую он песню сделал, смотри, вот так, такой, давай, раз, два, три, три уже было, а смотри, какой классный момент. Давай какой-нибудь ремикс сделаем. Давай какой-нибудь. Давай, Саня. Во-во-во. Во-во-во. Подожди. Не спеши, пожалуйста. Погоди. Вот я. Не, подожди, погнали. Продолжаем. Во-во-во. Давай, Саки, давай. Все вместе. Во-во-во, виво, еще. Во. Давай. Ручками. Смотри. Ритм, давай. Давай.
Да, вот смотри. Вот так начинаем. Ох, что-то хороший ритм есть, короче, сейчас. Под этот ритм я организую сейчас на днях, знаешь, какой-нибудь рэп. Йо-йо-е, о-о-о, да вот, что-нибудь такого-нибудь рэп. Сейчас какой-нибудь так сделал. И-а-о-о, и-а-а. Вот так будет петь. Но вы потом разберитесь, что я пою. Доля воровская, яблоко люби. Сразу по два песни нельзя же. Можно по одному, хорошо. Я понимаю тебя, конечно, друг мой. Ха-ха. По два нельзя, по одному. А я тебе куплю. Ой, да, один хороший. Бешеный, смотри, какой он классный, гармошка, я вам надо, где она, гармошка? Вот, вот она. Отсюда смотри. Да. Фай, да. Фай, прямо смотри, четкий, хоша, вот она. Короче, всем вам хорошего настроения, друзья мои. Ой, я тебе отвечаю. Я что-то запотел, конечно. Нормальное явление. А это что, это футболка была, ладно. Это не считается, друзья мои. Вы не видели. Вы не видели, короче, этот момент. Вы не видели. Бывает же. Как ваше настроение? Мои мощные подписчики. Давай кого-нибудь подключим, чуть пообщаемся с вами. Потом продолжаем. Один хороший, я вам уже обещал, мощная доля. Один хороший, бешеный доля. Че, устал? Да нет, я же робот, брат. Я разве устаю, что ли? Ты че, братка? Я нет, конечно, я же робот. Я даже коронавирусом даже не болею. Я же робот, брат мой. Я нормально, короче, все отлично, нормально. Дороги, все нормально у нас. Дарахмага куйму мэни. Прямо с футболкой. Конечно. Куймарам айдзаным дарахмага куймарам сани.
Мен элима ярым. Друзья мои, кто умеет нормально прическу сделать, то мне завтра на самолет лететь. Мне надо бешеный хорошую прическу, надо вон как у Джимми. Кто умеет как Джимми прическу сделать? И было бы классно такого-нибудь, знаете, хорошего, то мне. У нас дома вот даже воды нету, вы представляете, друзья мои, смотри. Воды нету, отвечаю. Вот. Нету воды. Смотри. Нету, капец, воды. Друзья мои, отправьте, пожалуйста, по WhatsApp, там, кто что может, что-то немножко, водичку что-то отправьте. Вот такие моменты, короче. Я не платил, просто коммуналку они взяли, отключили. Никому не говорите. Просто реально вот так получилось. Ну, я там, тут был вот этот момент, вот этот карантин, вот этот момент, и все. Я думал, и вот так взяли, вот уродики. Взяли воду. Я говорю, ладно. Сакей. Чубарук. Айчан, айчан. Чубарук. Чубарук, спарук. Долю будет вода. А я тебе отвечаю. Вот, добав, говорит. Как тебе не добавить, а? Как тебе не добавить? Вот смотри, прям я тебя отсюда прям возьму и добавлю. Ты меня прям убиваешь, отвечаю. Давай, прямо добавляется. Как тебе можно не добавить? Ты можешь просто мне сказать. Но ты мне просто объясни, как можно тебе не добавить. Я просто тебе не могу. Просто ай, опять ты прямо. Ну, привет. Ну, салют. Тебя прибью. Ты как я поешь, почему ты меня не добавляешь? Ну, а? Вот я добавил тебе. Вот ты прямо добавил, прям ты сразу волосы. Ты что там наделаешь? Не надо так. Я ничего не делаю, даже не расчесываю. Такие вещи не надо делать, я тебе отвечаю, не надо. Как тебе дела? Давай, ничего, нормально, давай поделюсь у нас. Я плачу коммуналки, я тебе отправлю воду. И стрижку сделаю. Ну ты прямо, ты... Так что, друзья мои, у кого коммуналка не оплачена, пишите, пожалуйста, ей. Так что, мои подписчики, я налетайте. Помогу. Сейчас к тебе такие коммуналки заскочат. Ты просто скажешь, что я там наговорил, Саки. Ты что думаешь, это просто так пройдет? Нет, конечно. Так что, да, пиши да. Ты, пожалуйста. Когда ты бываешь, почему ты? Ну, хочется мне тоже иногда с тобой. Вот я тут. Я тут редко бываю. Вот завтра я улетаю в Орске, знаете, да. Оренбургскую область, иншаллах, поеду там. Свадьбу зажигать. Все хорошо, вот решил тут вечером. Я что-то воды отключили дома. Думал, дай-ка зайду, что-то эфир пока. Ага. Не знаю, из-за чего вообще, я не понял, конечно. Почему? Ну, из-за... бывает, на ночь глядя, что отключили. Как у вас дела там, что происходит, как у вас там погода? Нормально, сегодня жарко было, но сейчас вот сижу, ну, пока. А где-то так, ну, прохладно нам. Тебе особо сильно так не надо. Так не шути. А что ты знаешь? Я понимаю, конечно. Не зли меня, побью тебя, побью. Да. Ой, как я люблю вот эти стаканы. Саки, между прочим, ты мне... Я тебе как приеду туда с концерта, обязательно целый набор принесу. Подарок от меня. Обязательно. Да, ты мне уже годы обещаешь. Именно вот такие, ну, стаканчики. Три года ждут, а четвертый год уже забывается. Три года надо ждать. Ну там еще три года нет, так что торопись. Так что еще нас ждем. Ну, что там? Сакит кайфует. Сакит вечно кайфует. Он молодец. Он умничка, умничка. Я когда выхожу уже на свой эфир. Да? А как надо? Вы говорите, так аккуратно общаетесь. А как нужно общаться? Мы что, дикари, что ли, или эти малолетки? А что они говорят? Мы не так общаемся, да? Аккуратно общаемся. Мы просто не хотим кого-то обидеть, понимаешь? А то мало, что тут очень много тут смотрит. Зачем кого-то обижать? Мы тут знаете свои. Зачем? Все мои мощные подписчики, подтягиваемся, подписываемся.
Она, ты там что-то торгуешь, да, вроде? Нужно, не говори, у меня целый каламбур бывает. Серьезно? Целый каламбур, но иногда кто плохо себя ведет, я, ты же знаешь, я их отправляю туда, Честь, короче. нокаут. Да, Что на тебя в обижают? Ты что там? хранилище. Скажи, как положено. Скажи, что там они тебе обещают. Что покупать обещают? Ну скажи. Как есть, так и скажи. Ну скажи, А, да. ну, Ну, да я тебе отвечаю. Тише. нет, просто иногда вот Нет, ну глупости говорят, скажи. а А? что тебе сказать? Я тебе потом Как на есть, WhatsApp скажи. скажу. Что там пишет после меня там в эфире? Сейчас зайдут к тебе, опять будут мои нормальные красавчики. Обязательно подписывайтесь, друзья мои. Мои красавчики, как можно не подписаться? Обязательно пишите, обязательно требуйте, короче. Нам надо вот это, пожалуйста. Нам надо вот каждую свою работу. У нее там духи есть хорошие. Духи же Да, продаешь ты да, там, нет? да. Да, мой хороший, да, духи, духи. Серьезно? Ты же вот статус просматриваешь, ты не видишь, у меня на статусе бывает. Ну, ты там статусы столько духов на наставила, и надо одну же поставил Ну, там они у 5. меня и есть, они у меня и есть. А что Я есть, ты вчера в выкладываешь, Махачкале. да, короче? Я могу и не только что есть, а кто есть. У меня есть еще и ты. Я могу и твое фото отправить, твою ссылку. Подписывайтесь на Да. YouTube-канал. Серьезно? Ну, ты прямо Скинь мне, молодец. поставлю, в чем проблема. Вот такие вещи, мои классные подписчики, как что они говорят там, доля Между воровская. прочим, я со многими, многие, да, вот пишут очень даже вот подружилась, общаемся. Ну, Общайтесь, общайтесь, это хорошо. Общение да. это очень хороший момент, это развивается, это Ну, хороший момент. Это вот Сагит, тебе. ну, когда ты поешь, я говорю, вот там что-то ты пел, там что-то. Я говорю, давай споем «Яблоко любви» вместе. На, проигнорил там, что-то свое Я, да? толкаешь. Да. Давай. Ты же сказал, ты пел. Иди сюда. Короче. Я пока любви. Прямо давай. Короче, начинаем смотреть. Я тебе, когда буду говорить, ты берешь и поешь. Если плохо будешь петь, ты в черном списке. Это шутка, это была, конечно, это шутка. Это не считается, Давай, друзья мои. теперь будем сам петь. Все, Короче. я обиделась. Эй, давай. Начинай ты. Яблоко любого, смотри, как хорошо мы будем петь. Смотри, короче, я нот беру, и ты просто начинай. Вот так. Яблоко любви, краснолапые. Давай пойм. Ну, спой, да? Светом ярче в полнолуние, до свадьбы любовь, грезы и мечты. Сладкая любовь будет впереди. Давай. Дальше. Яблоко любви, краснолуние, свет луны и ярче, полнолуние, до свадьбы До любовь. свадьбы любовь, грезы и мечты, сладкая любовь будет впереди. Давай, ну, с музыкой, зачем мне капельно петь? Теперь ты с музыкой. Ты стремишься к ней, будто бы Будто река. бы река, полон чувствами, таяли всегда. Дальше мы на Те, кто на земле, земле. верность берегут, любимый, любимый. Давай спой, ну я не Я хочу тут хочу, ты запел. музыки. Яблоко любви, краснолуние. Свет луны ярче в полнолуние. До свадьбы любовь, грезы и мечты. Истинная любовь будет впереди. Молодец! Аплодируем. Я не ожидал. Классно. Короче, я вас жду, короче, завтра, короче, приезжайте в Тулу. Я вас жду, короче, на конкурсе, короче. Короче, конкурс мисс, миссис, мисс, 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 который 2000,
какой год, я не знаю, короче, это что выбирается, когда вот так? А ты там, короче, поешь? У меня музыки, мне носовки нет. Яблоко любви красновое, цвет луны ярче полнолуние. Ай, молодец! Свадьбы, любовь, грезы и мечты. Моя любовь будет впереди. Погромче, погромче! Яблоко любви красновое, цвет луны ярче полнолуние. До свадьбы, любовь, грезы и мечты. Истина, любовь будет впереди. Опа! Дурачок. 600 рублей, мой муж, 600 рублей. Ну что? 600 рублей. Если мечта к ней, будто бы река, полон чувствами тая листника. Пожалуйста, хорош. Нормально ты уже. Ты себе почувствовал, что буду беком, потом остальным захватишь. Нормально, отлично, короче. Остановись. Давай. Ну, хорош. Давай. Это тебе не это. Это тебе не это. Твой синтезатор больше нравится, чем эта музыка. Конечно, синтезатор вообще другой. Что, это нормально. Ну что у нас? У меня сейчас зарядка сядет, рад был тебя видеть, береги себя. Удачи, обнял, хорошего вечера. Короче, дорогие мои друзья, всем хорошего вечера, до свидания. Я вас всех люблю, иншаллах, скоро увидимся. Всем хорошего вечера. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь ко мне на YouTube-канал. Всем хорошего настроения. Лучшее.